А почему ты снимаешь 1080-30? Ну, потому что у меня камера та снимает 30, и камера эта снимает. А у тебя тоже 60 умеет? Умеет, но я не снимаю. Это в обработке сложнее. Ну, это сложнее, но зато качество контента возрастает в 2 раза. Да. Мосар вам говорит привет, и это наш первый выпуск. И в нем мы просто будем знакомить вас с тем, как мы живем, что мы делаем, чем занимаемся, как мы боремся и в каких условиях это все происходит. Вообще это влог, ты остановил, да? Нет. Просто. Идет. Вообще это влог о нашей жизни, о том, что нас окружает, и мы вам хотим просто рассказать, с какими проблемами, жизненными ситуациями мы сталкиваемся ежедневно. При этом у нас абсолютно нет никакого сценария. Все то, что происходит сами, вы видите воочию, вот так вот, прямо как мы это видим сами. Вот, поэтому следите, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, скоро будет еще больше новых видосов. Сейчас я хочу набросать арм спорта. И знаете, с чего это видео началось? С Юсифа Абасова. Это наш, так скажем, с самых низов братан, который поднимался. Old school. Просто посмотрите на его предплечье. Пальцы длинные, длиннющие. Рука, смотрите. Антропометрия какая. Не понял. Среди необычных. Что такое антропометрия? Антропометрия, длина предплечья, там вот это все. Ширина. А, это типа, ну так это официально называется, да? Типа медики так называют. Ну да, да, да. Ладно. Если я что, да, просто антропометрия, знаете, ребят. А в аромате гиря нет еще ни одной нормальной книги. Да. А мусарьми как обороты. Паш, еще раз, давай вот просто раскидаемся, что ты хочешь сделать, я не услышал тебя. Не, ну, я не знаю, я думал, вы там какие-то шашлыки, мышлыки собираетесь мутить, типа, там что-то такое. Ага. Теперь мне кровь. Ну, а ты что хочешь? Ну, я ничего не хочу, я просто спрашиваю, типа, что будет, и беру я с собой человека или нет. Да, приезжай, Соло. Давай, не грусти, это будет лучше гораздо. Ну, в смысле, почему? Почему мне нельзя с тёлкой приехать в гаражи? Приезжай с тёлкой. Армспорт. Там есть мангал? Мангала нет. Почему вы сказали на шашлыки, суки, вы меня обнадёжили? Ну, в смысле, ну, мы сами обнадёжились, короче. Мы просто взяли и обнадёжились. Короче, бери мангал, мясо и угли. Как вам удается так классно перетаскивать армприцеп? Пальцем сносили. И член, чтобы стоял. Эрекция, когда поднимается, надо, чтобы энергию куда-то девать, и армприцеп таскает. И это наш официальный офис. Офис Мосарм. Вот если тут стол есть, да, сесть негде пока, но на покрышках можете пока что посидеть. Вот. Так что такая вот, тут у нас блок будет. Нам нужно собрать этот кроссовер, потому что он очень старый. Но очень верный. У него 2 блока. Вот дофига просто этих блинчиков разных. Давай я покажу. Вот такое огромное количество блинчиков всяких разных. Вот, и его надо, короче, собрать. Сейчас нам предстоит, и мы сейчас это все сделаем, да? Да. Ебасба! Армрестлингом не занимаются в фитнес-клубах. Ну, вернее, сложно назвать тот армрестлинг, который есть в фитнес-клубах, армрестлингом. Армрестлинг по своей натуре вышел из вот таких вот мест. Если вы посмотрите американские, элементарно американских армрестлеров, да, которые где они тренируются, то вы увидите примерно такую же картину. И это абсолютно нормально. Somewhere in this world, singing the... Уф! Гаражный кооператив — это особое место. Особое настроение. It doesn't really matter. I
I was still your loving fool. Because, baby, oh, baby, I know you were confused. And now in your heart. Нету твои. Ну подожди, Аббас, давай. Люди потом через 5 лет будут смотреть этот видос и думать, ой, и думать, нифига как Кок классно играет на гитаре. Я надеялся, что, короче, закончу, и сяду, короче, плотно.